Всем привет! В этом видео я расскажу, что нужно сделать после покупки или перед установкой, или перед покупкой усилителя. Какие нужно выполнить манипуляции? Допустим, вариант 1. Вы купили усилитель где-то, приехали и собираетесь его поставить. Вариант 2. Вы пошли на рынок, в магазин покупать усилители. Обязательно возьмите с собой тестер, так как встречаются подделки, перебитые усилители ТДА-7850. Здесь как раз перед нами один усилитель не перебитый, второй перебитый. С одним из этих усилителей ко мне приехал человек, который его купил с просьбой заменить его автомагнитоле усилитель ТДА-7388 на 7850. Ну, после замера я ему сказал, что менять на этот усилитель не стоит. Было небольшое удивление, но все-таки он отказался в пользу другого усилителя. Также многие спрашивают, как определить, какой усилитель стоит в магнитоле. Большинство говорят, что нужно разбирать, смотреть, но можно с помощью тестера определить, какой стоит усилитель 7850, 51, либо какой-то подобный MOSFET-ный усилитель, либо ТДА-7388. У нас будет участвовать еще две платы. На двух платах стоит усилитель ТДА-7388, но на одной плате это стоит не 7388, а некий UT-7388. Так, первая плата, вот он, думаю, видно. UT-7388. И на второй плате TDA-7388. Ну, еще так вкратце дополню. У всех есть выход для питания магнитолы. Ну и на этом же выходе у нас есть динамики на магнитолу. То есть мы купили магнитолу, не подключая динамики, смотрим по распиновке на верхней крышке, где у нас динамики, определяем любой динамик, смотрим плюс-минус его и мерим тестером. Если будет сопротивление около 100-150 Ом, значит это у нас 7388 или ему подобный. Если сопротивление будет около 3 кОм, плюс-минус небольшой, то значит это какой-то стоит MOSFET 7850 или TDA-7851. Ну, вернемся к нашим двум усилителям. Ну, сейчас я покажу на живом примере. Точнее, вместе определим. Может быть, кто-то попробует определить, догадаться сам, кто из них перебитый усилитель. Для этого нам понадобится тестер. Можно самый любой, простой. Переключим его в режим замера сопротивления. И сейчас мы замерим третью, пятую ногу выхода на динамики. Ну и определим, кто же из нас, точнее, кто же из них перебитый и фальшивый усилитель. Так, сейчас я установил, сделаю небольшое приближение, чтобы было лучше видно. Так, первый, второй. Так, надеюсь, будет. Ну вот они, наши два. Сейчас чуть-чуть поверну. Ну вот они, наши два усилителя. Так, чуть-чуть пододвинем, чтобы было лучше видно. Ну и так, замеряем на первом усилителе третью, пятую ногу и смотрим, какое сопротивление. Как видим, 3 кОм. Что говорит, что это MOSFET-ный усилитель. Замерим второй.
тоже с виду 78-50. Третью, пятую ножку. Ну, как видим, 110 Ом. Что это говорит, что вот этот усилитель, это какая-то подделка. Либо 73-88 перебитый, ну, либо что-то еще неизвестное и непонятное. Ну, сейчас покажу еще пример на платах. То есть, если вы купили магнитолу, как я уже сказал, можно по выходу замерить, какой стоит усилитель. Но здесь также мы на плате замерим третью и пятую ножку, то есть выход на динамики. Видим 136 Ом. Что говорит, это стоит не MOSFET, а некий TDA7388 или ему подобный. Возьмем вторую плату. Ну и здесь также замерим третью, пятую. Ом. Ну вот, примерно таким вот образом можно определить, какой усилитель стоит. Может быть, для кого-то это было открытие, но вот такими вот простыми способами можно определить, простыми первичными способами можно определить, какой усилитель стоит в магнитоле, и что мы собираемся купить, или что купили, и что мы собираемся ставить. В общем, такую легкую, простую манипуляцию советую всем проводить перед установкой усилителя или перед покупкой, чтобы не купить что-то непонятное и не сделать еще хуже. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание.